Здравствуйте, мэрия, уважаемые телезрители. Мы находимся на полевом спуске. Уже через несколько часов здесь начнутся массовые крещенские купания. Это, кстати, единственная точка в этом году, где оборудована Волжская купель. Ее организовала администрация города при участии МЧС. Здесь уже расставили палатки для обогрева и для переодевания, также поют горячим чаем. Будет дежурить МЧС и доктора. Конечно же, оборудована и купель, которую мы сейчас испытаем. А в роли испытуемых у нас сегодня два гостя. Сергей Трифонов, более известный как Серж Морж, и его подруга Татьяна Марина, два популярных самарских блогера. Сергей, расскажите, как давно вы занимаетесь нырянием в ледяную воду? С детства я занимаюсь закаливанием. В Красноярске жил, когда в минус 45 купался. Ну, я вас хочу сразу оградить то, что закаливание с крещенскими купаниями, оно не связано. Это здесь больше вопрос веры, вопрос того, что мы верим, что Господь Бог с нами, а Он всегда с нами, и то, что все с нами будет хорошо, и мы обрядом крещения себя очищаем. Ну, то есть проходим через купель, и мы становимся чище, красивее, светлее. Поэтому я вам хочу всем порекомендовать, чтобы кто все по возможности, если нет противопоказаний от врачей, обязательно сходили в нашу прекрасную прорубь в Самаре, в наш прекрасный город Самара. Везде славлю Самару, везде прославляю ее. И хочу сказать всем, что берегите себя, берегите своих близких, всех с праздником наступающим, с крещением. Будьте здоровы! Сергей, может быть, еще какое-то напутственное слово про ограничения немного? Вот вы нам говорили про алкоголь. Я просто хочу всех предупредить, что ни в коем случае никому не употреблять спиртные напитки, а потом идти купаться в прорубь, как говорится, на крещение. Очень много случаев остановки сердца, потому что при употреблении алкоголя ваши сосуды расширяются, а при погружении в холодную воду сужаются. Поэтому очень много летальных исходов, я всех хочу ограничить. И если есть противопоказания от врачей, ни в коем случае этого не делать. Ну что ж, давайте приступим к самому главному, к испытанию нашей купели. Да, давайте. Спускайте всегда медленно. Не торопитесь, потихонечку спускаемся, встали спокойно. И перед чем как погрузиться, набирайте воздух, потому что если вы выдохнете, у вас может быть спазм, и вы, может, начнете воздух судорожно хватать. Поэтому вот так вот. Перекрестились. Перекрестились. Вот именно так сегодня делайте. Ну, кто не может, как я, можете сразу три раза окунуться, выйти и перекреститься. Всем желаю здоровья. Всем самарцам огромный привет. С праздником всем. Ну и welcome to Russia! Спасибо, Сергей. Мэри, вам слово.